Всем привет! Речь в этом видео пойдет про игнор. Человек, который будет смотреть это видео или несколько, они поймут, о чем я говорю. Они вообще прекрасно поймут, о чем я говорю. То есть это у меня уже происходит не первый год, когда меня игнорят. Я думаю, всем знакомо, когда вас игнорят и когда это не взаимно. То есть вы хотите с человеком дружить, иметь какие-то общие дела, а вас тупо игнорит. И вас это тупо бесит, вас просто, вы готовы сожрать весь мир, чтобы этот вам человек ответил взаимно. Ну, может быть, это ваша девушка бывшая, может быть, девушка, ну, с девушкой, с которой вы хотите, там, не знаю, гулять, встречаться, вот, и так далее. Может быть, это влиятельный какой-то человек, может быть, просто друг. И вы ему пишете, а он вас игнорит, почему-то продолжает вас игнорить. И с человеком, которому я сегодня писал, он мне ничего не ответил. То есть он прочитал сообщение, но мне ничего не ответил. Просто я знаю, что у этого человека есть, в общем, кальян. А я, ну просто у меня такая позиция, я ради одного обзора не хочу там тратить на кальян. Ну то есть, просто я знаю, что у него есть кальян. И я просто ему написал, что хочу к нему прийти в гости и сделать обзор на кальян. В общем, ничего там преступного не буду у него делать. Вот. Мне немножко бомбит и обидно то, что он просто мне как бы ответил, когда была встреча подписчиков, и после этого как бы ничего не происходило. То есть он мне не писал там привет, как дела. Вот. Просто этого человека много кто знает в городе Далгупилс. Вот. И много кто с ним дружит. Много кому он нравится. Может быть, сейчас он авторитет. Для меня он может быть тоже авторитет. И для многих молодежи вдал выпался. Вот. Но он такой же человек, как и я. Я также хочу дружить, я также хочу кушать, дышать свежим воздухом, тоже радоваться жизни. И в нем нету ничего особенного. Он такой же обычный. И только я не понимаю, почему постоянно игнор ко мне. Ладно, один раз я у него попросил номер телефона, и он мне, в общем, не дал. Окей, ладно, можешь не давать, окей. Может не давать свой телефон, может дальше продолжать сейчас меня игнорить. Он прекрасно понимает, о чем я говорю. Просто скажите, у кого так было, да, или поставьте лайк, если вам знакомо, если вам кто-то нравится, или вы хотите, ну, найти общие дела, или общий язык, или общий разговор. Ну, просто общайтесь там, передайте друг другу сообщение, или вы передайте, вам не отвечает. Но моя мысль в том, что я хотел бы с этим человеком еще пересечься в реальной жизни и не тупо держать на него какую-то обиду. Ну, что я хочу его прям наказать за то, что он меня игнорит, что он такой плохой. Нет. Просто у человека какая-то тупо позиция с прошлого раза. Он, то есть он как мне перестал отвечать на мои сообщения, он также продолжает из года в год делать. То есть он не хочет менять свою позицию или не хочет говорить, почему он мне не хочет отвечать. Я в голове до сих пор это не укладывается, почему мне человек не хочет отвечать на мои просто сообщения. Может, я хочу с ним пообщаться и так далее. Я не могу это понять. Может, вы мне просто напишите это в комментариях, почему меня человек хочет игнорить или вас игнорить. Я до сих пор не могу понять. Если я не повторяюсь, я говорю, что я с этим человеком хотел бы еще перечеться в реальной жизни и с ним что-то сделать или для него что-то сделать доброе. Ну, пусть это будет не финансово, а что-то просто психологически его поддержать в трудную минуту без какого-то либо игнора. Если он этого сам хочет или судьба будет, или в жизни что-то так произойдет, что мы с ним пересекемся. Но это уже вообще куда-то далеко забежал. Но я просто говорю, что меня человек игнорит, которому я сегодня написал. Этого человека много кто знает в Далгупилсе. Я уверен, что он многим отвечает, но многим просто не отвечает. Может быть, он просто малолеткам не отвечает. Вот. Ну и на этом видос я хочу закончить, потому что меня реально бомбит, и я не могу все важные мысли здесь сделать компактно. Я знаю, что некоторые люди будут смеяться с этого видео, но я здесь говорю на полный серьез. И обращаюсь к тем людям, которым на самом деле, может быть, вас тоже игнорировали, и вам не отвечали на ваши сообщения. Ну, подумайте, да,
Подумайте, вам кто-то не ответил на ваше сообщение. Но мне все-таки важно, чтобы он мне ответил. Но если он не хочет отвечать, ну, его дело. Просто меня от этого бомбит. Я не могу быть сейчас быть равнодушен, ну, к этой ситуации и то, что постоянно вот этот игнор. Да и вы можете писать свои комментарии. И на этом видео хочу закончить. Всем пока!